Ну чё, пацаны, всем здорово! И мы свой сейчас сыграем тур против Саши по-русски. Это будет забавно. Пацаны, мне нужна, конечно, победа. Но он может намутить все, что угодно. Так что стараемся, рубимся. Посмотрим. Такое я не забью, к сожалению. Сейчас бы забил, если бы мой удар был. Опа. 1-0 повели. Повели. Так, что тут нам сделать? Слишком у него ворота прикрыты. Да, он будет разбивать мои, это понятно. Но мы расхуярим его. Ну что, рискануть? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну я рискнул, пока ворота его были открыты. Ого! А это было сильно. Очень сильно. Так, он свои ворота хочет закрывать. Но мы, конечно, это ему не дадим. Блядь, как не забил-то, ёп. Как не забил. Будем стараться, конечно, ребят, мне сейчас, если... Воу, вот это топовский гол. Потому что мне очень нужны, потому что меня там уже подгоняют пацаны. Потому что я в плей-офф могу не попасть, если я все игры всру. А плей-офф нам нужен, ребят. Я очень хочу сразиться против группы Б. Это по-топовски. Пока 2-0. Первая партия нормально проходит. Без рисков, пацаны, без рисков. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасненько было. Че, рисканем здесь или нет? Блин, если бы не его фишка, реально просто влетал бы охеренно в ворота. Пиздец. До сих пор играем первую партийку. Будем жать, будем давить, что же еще делать. Сука. Хотел от уголка, но не получилось. Сейчас он еще пригонит свою фишку какую-нибудь по любасу. Давайте так. Не хочу просто в углу долго дрочиться. Давай, Санек, давай. Ну это он должен забивать такое, это подстава жесткая.
жесткой воды. Это жесть. Это жесть. 1-0 повели в партии. 1-0. Поехали, вторая игра. Вторая игра. И это может будет гол или нет. Да, выходим снова вперед. Да, много Санек ошибочек допускает. Очень сегодня много. Просто пиздец. Хорошо, сделаем вот так вот. Но это он должен забивать такой. Это легкий мяч. Да, здесь я ошибся. Ошибся жестко. Молодец, молодец. Здесь я ошибся. Давайте вот так сделаем. Да, поджал мне нормальненько так. Не люблю, когда мои ворота жмут. Очень жестко, просто ненавижу. Ненавижу. Все, Саня включился в игру, короче. По полной. Ну ладно. Будем играть как на 8 миллионов. Ой-о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 й. Давайте так. Блядь, забьет, да, такой, нет? Нет, не забьет. Нам бы сейчас такой в его-то фишку не попасть. Да, блядь, 2-1, сука. Потихонечку, помаленечку. Мы идем к своей победе. Зря это сделал. 2-2, да? Бля, зря рисканул, сука. Хотел от верхнего угла, ну. Так, 2-2, ребят. 2-2. Сука. Эх, ну как он не вкатился? Ну, ёбаный рот. Пиздец. Блядь, как не залетел? Пиздец. Просто пиздец. Такой шанс был. Просто шансище. Надо брать эту партийку, ребят. Дальше будет жестко. Он почувствует в себе силу. Я проиграю. Да, сука. 2-0. Че, ребят, еще партию нам нужно взять. Еще партию. Это сложновато, конечно. Видите, он не сдается легко. Приходится выгрызать вот эти все голы. Просто, сука. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это пиздец. Вот это пиздец уже. Мне не нравится. Сейчас 1-0 будет.
Ну, 1-0, 1-0, по-любому. Угу. Ну, тут уже без вариантов, как бы было. Сука. Пока ведем, пацаны, даже если я эту партию проебу, у меня еще будет шанс другой партии. Ну, пока что 1-0, но это не смертельно. Я тоже его 2-0 вел, он уже сравнял потом. Будем стараться, как будто это уже плей-офф. Блядь, даже с Сашей сложно играть, с Сашей, блядь. Пиздец, я представляю, что будет в плей-офф, там будет пиздец вообще полный. Ну, это пизда 2-0. Сука. В этой партийке мне не везет вообще. Это очень жестко, это очень жестко. Блять, как мне тут забить-то? Да, 2-1, ребятки, 2-1, блядь, давай, 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 давай. Ну, такой он выбит. Такой он, сука, выбит. Угу. Надо какие-то нестандартные ходы. Сука, ну чё до его фишки не дотронулся, блядь. Вот до его фишки бы коснулся, гол бы был вообще шикарный. А так у меня только все ворота, блядь, раскрыты и все, нахуй. Такой надо забить. По-любому. Да, 2-2. Ну что, ребят, камбэк состоится, нет? Нет, 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 блядь, пожалуйста, спасибо. Гол, нет. Наверное, гол, да? Нет, не забивает. Офигеть. Офигеть. И мы не забиваем в эту дырочку. Жестко, жестко, конечно, было. Очень жестко. Не, здесь мы не будем рисковать. Будем катать, конечно. Будем катать. Ну, чё тут? Чё нам тут-то сделать, блядь? Да, это камбэчище. Это просто, сука, камбэк. 3-0, блядь. Прикиньте, 2-0 проебывал. Я думал, все. Я думал, просто все. Три очка берем. Фух, блядь. Плей-офф все ближе и ближе. Ну, ща будем уже как бы на красоту играть. Мы три партии выиграли. Ну как на красоту? Простички-то я не буду, конечно, подставы делать. Если вот такие шансы будут, конечно, я их буду забивать. Ну или почти забивать.
Это гол, да? Да ладно. Неплохо, 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 плохо, плохо. Подстава. 1-0. Пацаны, весь сокер состоит реально из подставы и из скилла, конечно же. Ну. Из подстав, конечно, тоже. Ой-ой-ой-ой-ой. Сегодня очень много голов он не забил. Очень много не забил. Сегодня Саня. Не повезло где-то ему, да, я согласен. Где-то не повезло. Ну это же гол, да, должен быть. Красавчик, красивый гол. 1-1. Красотища. Что, попробуем красиво забить? Нет? Нет, хотел в эту дырочку, но нет, не получилось. Бля. Don't cry. Фу, 2-1, офигеть. В эти ворота пустыря забил. Ну что, завершим красотой, пацаны, или нет? Ну, блядь, как не дотронулся опять? Пиздец. Все, он вышел, походу. Ну что же, если даже Саня вышел, все, спасибо тебе за игру, Сань. Пацаны, вот такие получились матчи. Если сейчас он выйдет, то 4-0. Если останется, то он бы мог постараться в этой игре. Я же, вы видели, при 2-0 тоже выигрывал 3-2. Все. Короче, пацаны, спасибо за игру. Вот такая игра у нас получилась с Саньком. Подпишитесь на канал, с вами Рома Н. Поставьте лайк видосу. 3 очка я набираю. И это, по-моему, у меня будет сколько там? 23, по-моему, очка, да, у меня будет, да, 23. Я думаю, плей-офф не за горами. Все, пацаны, всем пока. Удачи.